Давайте наконец-то построим этот замок. А? Ну-ка, хопа, саблехок. Я падаю! Ну что? Я падаю! Замок, быстрее бежим! У нас появился Джинджу. Да, у нас все получилось. А у меня вот, ребята, все хорошо. Вот я так люблю Тома. А я хочу переодеться. Так, мне надо переодеться. Какой же ненавидь, а? Ты же ничего. Я не знаю, что мне переодеться. Я ищу. Ну так ничего не могу найти. Этот вот наряд такой вот рокерский. Так, вот это мы закрываем, пожалуй. Я хочу мыться. А я хочу в туалет опять. Сколько же мне в туалет надо? Ой, как хорошо. Ну меня опять какая-то болезнь выползывает. Постоянно это у меня случится. Тоже. Мы тоже хотим мыться. Мамся, а я уже помылась. У меня заноза. Мне нужен торт. Он не лечится, но лучше. Ланджо, что случилось? Мы испортили ванну. Бен, иди почини ванну. Томик, пожалуйста. Ты мне должен починить. Сейчас отведу. Отлично, ничего пока не происходит. Где, кстати, Бен? Он же у нас любит чинить ванны. Хотя, надеюсь, он во второй серии ничего. Так, что-то я слышал тут такого. Ну ладно, починим ванну. Я тут самый главный экспериментик при ванной. Опять Том и Анджел разговаривают, насколько можно. Вот, а мы чинить ванну. Или починить ванну. Ребята, я починю ванну в Хэллоуинскую. Просто хороший, починю мне сану. Спасибо, Анжо, просто ты моя любимая, да и все. Спасибо, Томик, спасибо большое. Да. Тем временем... А мы уже поболтали так быстро, чем ты, Анжо. Потому что мы самые быстрые игры на свете. Ай, ой, я хочу покататься на качелях. Мы с тобой записи обнаружены. Бен, иди посмотри. Ну, я сначала... Ну, давайте посмотрю. Потом я в мячку играю. Бен. Ну, вот насчет первой записи. Ну, не первая, а другая. Давайте, построим этот замок. Я поставлю. Давай, быстрее. Ну, давайте. Ну, я падаю. Нет. Эта запись очень прикольная. Ну, как с остальных записей. Пока не проснись. Пойдем. Вот это вот надо закрыть. Так, тихо, закатилось. Сделали просто крепость. Пока не вопрос. Тем временем у Тома и Анжи. Не надо мне шутки. Они так все еще болтают. Но спасибо за занозу. Давай, дай руку. Конечно. Еще спасибо, что ты всегда ты мне лечишь. Я всегда только тебя лечу. А других? Ну-ка. Перка. Да потому что мы лучшие друзья. Ну, то есть братья и сестры. Как мы с тобой встретились, это было лучшее знакомство. Конечно. Похоже, мы будем тут вечно болтать. Да. Можно и детей сейчас с тобой болтать.
Я тут все же хотела тебе кое-что сказать, но боюсь. Смешно. И поэтому это очень здорово. Да, спасибо, что еще раз за что залетел за нас. Да. Ладно, пойдем играть с нашими братьями. Везде мы вместе будем играть. Договорились, все. Тогда пошли играть. Да, пошли. Все, мы закончили болтать. И будем вместе играть. Том, я хочу с тобой попеть. Микрофончик. У нас тут недостаточно еще вещей. Вот давай вместе с тобой в пианино поиграем. Тоник, иди сюда. Анжи, это так здорово, мы с тобой вместе играем. Это так мило. Что за шум-то набирает? Тем временем... Они же все сделали! Я покатился на гантелем, а Бен собрался брать французскую мегакодишку. Так. А мне надо пойти на доску посмотреть. Я что-то заслужил, похоже. Да, я заслужил. Одну подвалку. Похоже, для меня это будет очень суперский сюрприз. Да, это будет для меня суперский сюрприз, но вот это вот мы закрываем. О, она ждет путевка. Пойдемте на путевку поедем. Поехали. По экскурсоводу здесь я. Том, ты привет! Так, все помолчали. Сегодня я решаю, куда поехать. Сегодня мы поедем в наш магазин. Да, он любил на планшете, на телефоне. Нас все привет. О, нам попался микроскоп. Я бы могла его подарить Бену. Да, обязательно подари. Бен любит на всякую там науку. А в других там, ну, мы поняли, что просто попадают на ряд, не совсем, потому что у нас только 5 попыток тут только. Да, Том, давай я открою этот подарок. Нет. О, я хотела открыть подарочек, да и уже не успела. Как так-то? Анжи, ну еще откроем какого-нибудь. Так, микроскоп. Ну, боже мой. Давай, Хэн, поиграй в микроскоп. Я не хотел уже, я хотел... Подготовил, только его проверил на должность. Круто, то поиграли. Я хочу купаться в бассейне. Анжу, идем со мной. Я везде буду с собой вместе, Том. Только бы когда-нибудь хотела. Вот если мне захотелось в туалет, то я могу и без тебя, но... Я всегда буду с тобой, хапа! Круто, бассейн. Ложись на меня. Да нет, не буду. Какая корка? Анжел, лучше не хватай курку, а то целую нахуй. Ай, как хорошо. Ложись на меня там. Нет, я не буду. У нас тут что-то вперед-назад, вперед-назад. Тем временем... А я не понимаю, почему я сижу на кровати, если я даже спать не хочу. А, нет, хотя хочу. $10 меня ударить. Ложись и спать. Тем временем Хэнк еще готовит. После моего желания когда-нибудь все закончится. Ну, пока нет ничего. А вот я бы хотел поиграть на пианино Тома и Анджела, но он доступен только Тому и Анджелу. Потому что они нам запрещают. О, как хорошо купаться в водичке. Нас когда-нибудь покажут. Да ладно, Том, давай вместе полежим. Так ужасно купаться в такой пеночке. Да. Ну, знаешь, Том, ты так хорошо, что мне уже немножко спать, потому что... Давай, Анжо, ложись на меня. Нет, я не буду. Всякие рекомендации. Мы приходим с бассейна. Да. Хочу спать, мой дорогой, дорогой. Мне надо спать. Том, я буду спать вместе с тобой. Теперь меню осталось уложить. Анжу, я тебя обниму перед сном. Все, Том, спим.
потом не проснулся. А Хэнк еще готовит. Как-то мы думали то, что мы тут... Я для этого приготовлю блендер. Блендер и банан. Ням-ням, Анжелочка. Ням-ням. Но главное, чтобы я не заморозилась. Ой, ой, я поморозилась. Тебя, папа. И остальные бананчики тоже. Еще один бананчик. Остальная еда закончилась. Как же у нас так быстро заканчивается еда? Ах так? Я буду покупать еду. Ох, деньги закончились. Надо потратить на том и на спальне. Мы же уже потратили несколько денег. Господи, я хочу поговорить с Джинджером. А если Джинджер так и не проснулся? Придется ждать. Некоторое время, которое только ждет Джинджера. Я потом. Ну ладно, потом так потом. А я буду ждать Тома. Посплю вместе с Томом. Не надо спать, не выгоняйте меня. 60 центов. Согласишься?